закалили решетки, сейчас будем ложить. Класть стойки. Бивные, я бы сказала. Так, собаки, отдайте все. Да, конечно, собаки отдай. Сейчас пробежал сюда. Вот, прошло. Так, получается, 7 минут. Сейчас за 7 минут тут сырое мясо кушать. Прошло примерно 15, так, 15 минут прошло. Так, все, сейчас будем убирать. Уже не пролипает. Прошло 15 минут. Теперь надо все значит. Можно убирать. Первый раз пробуем делать стейки на решетках сибирячка. Попробовали на одной стороне и на другой. Судя по ощущениям, что все-таки вот на которой сторона такая рельефнее, они лучше получаются. Конечно, скорее всего, первый блин будет комом. Уже немного подгорели. Сейчас сделаем на бутылке, на крышке. Здесь вот ножом отверстие, чтобы залить лишний жар, огонь. Пробуем на обоих сторонах, но по ощущениям вроде бы даже вот на этой решетке мне больше нравится. На этой как-то. Ну посмотрим, как по вкусу будет. Пока эта сторона побеждает.